Всех приветствую. Продолжаем ходить по Петербургу. Музей Рарта представляет поэтическую живопись известного уфимского художника Расиха Ахметвалиева. Вот что написано в анонсе к этой выставке. Рарта обращается к уфимскому современному искусству. Не впервые. Несколько лет назад в музее прошла большая выставка «Уфология», где были представлены работы Расиха Ахметвалиева. Выставка «Теплый ветер», первая в Петербурге выставка художника, открывает иную грань уфимской школы. Не концептуальную, не соцартовскую, а живописную. Ахметвалиев воспринимает жизнь поэтически. Он не считает зазорным создавать красивую живопись, уделять внимание колориту и настроению. Художника называют башкирским французом. Не только потому, что он несколько лет прожил в Париже, но в силу особенностей его мироощущения, восприятия культуры, вкусов. В творчестве автора чувствуется причастность к ценностям парижской школы. Живопись Расиха Ахметвалиева подобна майскому лугу, где свободно и радостно ходят женщины и кони. Французскую живопись он привносит и в башкирские пейзажи, и в художественные путешествия по эпохам и странам, от Византии до Испании. Все, естественно, балансировано приветливо в отношении к человеку. Работы художника напоминают дуновение теплого ветра, верного спутника, странствующих сквозь время и пространство. Их путь начинается и завершается где-то в бесконечных просторах весенней степи. Ахметвалиев начал свой творческий путь в середине 80-х. С его именем связано создание широко известной группы «Чингисхан» в организации выставок и проектов, в которой он впоследствии принимал активное участие. В 2001-2008 годах он жил во Франции, где сотрудничал с галереями. Вот примерно так коротко написано в анонсе к выставке Расиха Ахметвалиева «Теплый ветер». Пока-пока, до свидания.